Очень красивый дом. Люди работают, работа кипит. И скоро этот дом готов будет, друзья. Хочу с вами именно сегодня этот проект поделиться. Очень красивый пейзаж, очень красивая инфраструктура. Так что, друзья, это город Мерсин, район Арпач-Бахшиш и от моря недалеко. Этот проект сегодня с вами будет. И очень хороший район, в самом деле, Арпач-Бахшиш. Это где есть Пешани, хороший пляж. И рядом есть перегород Эрдемли. Через 7 минут вы попадете в перегород Эрдемли, друзья. Так что здесь природа очень красивая. Здесь натуральные овощи, фрукты. Здесь море очень чистое. Здесь очень хороший воздух, друзья. Это город Мерсин, который самый быстро развивающий город. Город Мерсин, друзья. Здесь сейчас уже почти готов новый аэропорт. Самый большой аэропорт, друзья. Есть еще метро строится. Короче, город развивается, друзья. Так что... Итак, вот это проект, свежий, новый проект, совсем новый, друзья. Здесь все продано, практически все продано, мало, очень мало осталось в этом проекте, друзья. Все готово. Вы можете забрать свой чемодан и зубная паста, щетка забрать и переехать, друзья, потому что практически все готово. Есть детская игровая площадка, есть место барбекю, есть... парковочное место тоже, друзья, есть огромный большой бассейн. Огромный большой бассейн еще есть, друзья, 24 часа охраны и консьерж. Так что, что делать теперь? Оператор, поднимаемся, планировку тоже посмотрим. Поехали тогда. И теперь мы вместе с вами зайдем в демонстрационный квартир. Почти готов. И здесь есть еще альтернатив 1+1, отдельная кухня, но мы просто заходим, вот эту планировку посмотреть, здесь американские кухни, заходим сразу с правой стороны, вот такой длинный большой шкаф, действительно, 1+1, 65 квадратный метр и достаточно комфортно, светлая, большая квартира, друзья, и здесь... санузел, душевая кабина и очень красиво, хорошо, уютно. На самом деле, еще не совсем готов, но уже почти готово. Почти готово, да? Для что? Для жизни готов. Да, для жизни готов. И здесь есть еще огромный большой окно, светлая квартира, длинный большой, можно назад? И потолки очень высокие. Потолки достаточно высокие, и спальная комната тоже достаточно большая, там тоже есть французский балкон, балкон тоже большой. Это первый этаж, если вам интересно, есть на продаже разные этажи, разные стороны квартиры, друзья. Вы можете для этого к нам обращаться под видео. Есть наши контакты, пишите, звоните через Viber, WhatsApp и Telegram, друзья. Если вам новый и готовый недвижимость нужна в городе Мерсин, друзья. Вот такой все квартиры смотрятся на инфраструктуру, бассейн, горки, друзья. Так что 13 этажей, достаточно большой балкон вот такой. Здесь даже кран есть, кран. Так что, друзья, еще что нужно? Все есть. Солнце, море, свежий воздух, натуральные овощи, фрукты. Тихо, спокойно. Место, город Мерсин, район Арпач-Бахшиш. Здесь пляж отлично, друзья. Еще пляж тоже пойдем. Посмотрим, оператор? Конечно. Пляж тоже посмотрим. Посмотрим, какой пляж здесь. Поехали. Я очень люблю море. Я очень люблю вот эта красота, Средиземное море. Очень люблю, друзья, без моря не могу жить. Морской воздух, свежий воздух, солнце, вот это климат. Я не могу жить вот это, без вот этой атмосферы, друзья, потому что это здоровье.
Я здесь себе очень хорошо чувствую. Я считаю, что это все климат. Это все климат. Это все вот это экология. Это все вот это море, солнце, свежие натуральные овощи, фрукты. Это все наш врач, друзья. Поэтому мы здесь не только просто так живем, еще экономим. Не нужно нам ботинки, не нужно нам очень длинный такой куртка. Нам здесь не нужно очень много что-то кушать. Овощи, фрукты достаточно, друзья. Так что с вами был Асым, ваш человек в Турции и компания Arbatoms, друзья. И с вами поделились сегодня очень интересный проект. 1 плюс 1, 65 квадратный метр. Очень разные этажи есть на продаже нескольких квартир, друзья. И отдельно кухни тоже есть такой вариант. Если вам интересно именно готовый новый свежий проект, можете просто к нам обращаться. Я вас люблю и уважаю, друзья, из Турции, из Мерсина. Всем большой привет. Пока.